Вера Брежнева – женщина весьма обеспеченная. Они с мужем при каждой возможности приобретают себе новую недвижимость в разных странах, чтобы было где жить во время гастролей и с комфортом отдохнуть от трудов праведных. Но доходы нынешней молодежи, одним прыжком взлетевшей на вершину славы, шокировали артистку, шедшую к известности длинными и запутанными тропами. В эфире очередного выпуска YouTube-шоу «Музыкалити» Максима Галкина, куда пришла Вера Брежнева, чтобы побеседовать о музыке с тиктокершей Юлией Гавриловой. Она узнала, что 19-летняя участница шоу «Голос. Дети. 8 сезон» из села Кинель-Черкассы Самарской области теперь лихо гоняет по Москве на Роллс-Ройсе. «Ну ладно, ребята, я пошла дальше зарабатывать на Роллс-Ройс», — поднялась со своего места опешившая Брежнева. А тут еще выяснилось, что Максим Галкин также едет на Роллс-Ройсе. Правда, он официально принадлежит его супруге, Алле Пугачевой. В общем, теперь творческому тандему Брежнева-Меладзе есть к чему стремиться.